Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Поклонники заметили, что за последнее время Никита Пресняков очень заметно похудел. На днях внук Аллы Пугачевой опубликовал свежий снимок, а заодно рассказал, что активно тренируется в преддверии нового сезона «Ледникового периода», репетирует в театре и дописывает свой второй альбом. «Теперь понятно, почему вы так сильно похудели», – написал один из фолловеров Преснякова. В ответ сын Кристины Арбакайте отшутился, что причина не только в этом. Как оказалось, у него есть доброкачественные опухоли в желчном пузыре. Из-за полипов Никите приходится придерживаться специальной диеты, чтобы не усугублять ситуацию. Узнав о недуге, поклонники принялись давать Преснякову советы, как поскорее прийти в форму, а также пожелали скорейшего выздоровления. В комментариях, кстати, отметилась и мама парня. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.